На дворе у нас лето, но сегодня у нас Сугараш Иксмас. Зимний Сугарашик, попытаемся что-нибудь-то подзанести. Балансик у нас не так уж и много, 20 тысяч рублей. Что, начнем покупать бонуски? Думаю, начнем, давайте за пятерик возьмем бонуску. Посмотрим, что и как, пощупаем. Бамс, 3 скатерта. Желательно, чтобы было 4, тогда было бы 12 спинов. И больше шансов было бы занести что-нибудь бы. Слот довольно выглядит красиво, симпатично, все его давно уже знают, слотик его хороший, хороший, но пока что-то он за 3 спина ничего не сыграло, еще не сыграло, 4 спина уже не игра. Ой, это поляна сочная, за 1000, твою мать, вот это, представьте вот такую поляну просто под иксу, хотя бы x10, уже все, ам-ам-ам, еще, вот, наигрывает, у нас уже и 8x есть, еще наиграл, песня. Еще играет, еще умножил иксовочку. Вот это неплохо, кстати. Вот это очень, вот это вообще смачно. Фиолетовый. Хорошо. 32 икс у нас уже есть. 32, и бонус когда уже 2900. Великолепно, просто великолепно. Теперь нам надо, чтобы оно играло слева, вверху. Вот это да, на 32 иксах. Три спина, блять, есть ша. Ой-ой-ой, дай ретригер сверху просто. Срочно нужен ретригер. Ретригер. Блять, вот это мог быть бы занос. Да. Занос мог быть, но уже 4500 дало. И осталось у нас еще буквально 3 спина. Хорошо. Просто великолепно. Этот спин. 2900 сюда. 7400 на базе. Еще 2 спина. Вот что-нибудь подыграло бы еще. Вот 2 спина. Подъебет. Есть. Сыграл. Занос. Уже есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Блять. Ой-ой-ой-ой-ой, 16. С первой бонуски x300. Ам-ам-ам, называется. Превосходно. Если так идет, давайте купим за десяточку сразу возьмем. За 10. Посмотрим, раскурим. Блин, вот хочется поймать 4 скатер там. Хочется поймать ретришку. Вообще в идеале споймать ретришку в этом сути. Чтобы поляна наиграла и споймать жесткую ретришечку. Надо, чтобы 3 скатерта выпало, тогда будет у нас еще плюс 10 фри спинов. Играет, опять же, удивлюсь, сверху слева. Играет дальше. Но я не буду жаловаться, то, что он играет. Пусть играет, мне то и лучше. Вот желательно, чтобы снова какая-то такая сыгровочка у нас сбоку. Это спин такой сочный, чтобы там давало. Ой, хороший спин. Это хороший спин, но жалко, что без иксов. Жалко, что без иксов. Вот если с иксами было бы просто сочно. Это, кстати, бонуска похода прям жестко минусовая. Прям жестко минусовая. Ну, если, конечно, честно, не разыграет с каким-то чудом, но осталось 3 спина. 500 рублей дало только. Угу. Ага, и все. Я не знаю, что он из нас может спасти, только если ретригер с неба упадет. Но довольно неплохой спин. И последний спин. Блять, везде наиграло, но... Красный. Красный, блядь, сверху. Полторы дал. За десятку купили, дало полторы. Грустновато. Давай купим. За 16. За 16 купим. Да, четвертый скатер сверху. Четвертый скатер сверху нужен. Просто четвертый. Нет. Ну, он здесь тоже неплохо. Здесь мы дали, поймали x300. Если сейчас поймать x300 по 165, то там уже будут нормальные такие выплаты. Первый спин пустой, но это классика. Второй спин тоже пустой. Классика. Ой, ретригер. Дай сверху третий скатер. Ну, дай. Дай, скотина, ну. Дай, дай третий. Да, блядь, ну скам какой-то, ну. Ну так хорошо было бы. Просто ам-ам. Кстати, хочу заметить то, что играет, в принципе-то неплохо. Играет-то, в принципе, очень даже неплохо. Еще играет. А ну. 5000 того. Нормально, ну купили за 16, конечно, но уже пятерок есть. Играй. Вот сейчас нужно просто жопа дай. Ну там не надо, чтобы играл. Ну типа, ну я не против, но желательно, чтобы играл по центру, потому что тут у нас уже поляна какая-то освоилась, осталась два спина. Он может сейчас дать, но... Ну маловероятно уже. Вот, блядь, ну одного не хватило, фиолетового. Просто дай поляну сейчас по центру. Поляну по центру.
Не буду жаловаться. Вообще не буду жаловаться. Абсолютно не буду жаловаться. 20 дал. За 16 купили, 20 дал. Я вот хочу сейчас сделать вот так вот пример. Идеально. Ауин. Поехали. Ауин на бонус. Потому что в прошлых видеороликах мы вполне себе неплохо занесли. Так что можем себе такое позволить. Можем. Средством на нас это является. У нас есть средства. Играет хорошо. Поначалу, чтобы вот так вот оно разыгралось, а потом бам, как того, 400 просто за топов. Хорошо, поляночка есть у нас, сочненькая. Еще 6 спинов, ну хотя бы хоть какая-то поляна есть, маленькая, мини, но это очень мало, очень мало. Это уже хорошо, 9000 уже дало. Топы сыграли под иксом. В принципе, неплохо. Ну, не то, что там надо, не там, где надо. Будто может выпить, ну вот, не знаю. 16x даже есть. 16x уже есть. Нам надо сыгровка. Нам нужна одна сочная сыгровка. Есть. Есть, 20-ка уже есть. Есть, тут еще играет. Сколько у нас там еще спинов, я уже не помню. 50-ку дал, неплохо. Еще 3 спина. Дай этим спином что-нибудь. Ну не дай пустые, пожалуйста, ну сыграй. Блять, ну не там ты играешь, ну не там надо играть. Последний спин. Дай. Ай, бля. Сука, ну. Скам. Это скам. Ну, кстати. Окупилась. Наиграла на 7000. Тогда что? Еще одну возьмем обычно. Поехали, еще одну. Еще одну. И четвертый скатерть сверху. Просто четвертый. Четвертый скатерть сейчас сверху. Четвертый. Не хочет давать нам сегодня 4 скатерта. И, кстати, мы еще видосик ни одной ретришки не споймали. Довольно грустно. Хотелось бы сейчас бы так вот бы, чтобы поляна вот такая наиграла. На X32 там что-то такое. И топов потом зарядил туда бы. Ай, бы вкусно было бы. А ну жопки дай, жопку дай ему. Ай-яй-яй-яй, закрыся. Фиолетовый, зеленый, хорошо. Что-нибудь еще. Давай, вот играй. Дает так как-то. Как-то непонятно. Опять спинов. Как будто что-то есть, как будто и нет. Что-то очень стрёмное. Очень стрёмное. Три спина сайт, кстати, это довольно очень все плохо. Плачевно у нас. Два спина. Ну. Это, видимо, сегодня у нас слив. 6000 довольно мало. Вот такую поляну дало бы на раскачанные иксы бы. Ух, ёб твою мать. Сколько там было жоп этих. 35000 дало. И дай что-нибудь еще. В принципе, депали мы 20-ку. 35 у нас есть. На этом можно думать выступиться. В принципе, неплохо раскурили. Превосходно. 15 в карманчик положили. Все. Не замазывайтесь. С вами был я. Всем удачи. Всем пока-пока, ребят.